1 мая мы должны выводить людей на митинги. Дальше еще 9, 10, 9 числа будут сами выборы. 10 числа будет объявлять промежуточные итоги. Мы должны консолидировать недовольных и выводить людей на эти митинги. Мы должны постараться добиться смены режима в этом году. Именно в этом году мы должны консолидировать недовольство наших граждан, объединиться и добиться смены режима. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.